Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей. А темой данного обзора будет люстра из коллекции Витория от производителя Freya. Это коллекция люстр в стиле лофт. Состоит она из трех моделей. Одна из них вот такая, квадратного сечения. Две остальные будут круглой формы, диаметром 36 см и 50 см. Здесь размеры 18 на 18 сантиметров, высота плафона 28 сантиметров. Изготовлен плафон из металла и дерева, боковые его стенки в виде решетки. Он открыт в нижней и верхней части. Люстра на одну лампу, патрон Е27, патрон здесь из карболита. Максимально допустимая мощность потребления лампы 60 Вт. Лампочка приобретается отдельно, я использовал вот такую лампу Эдисона, круглой формы. Включенная люстра выглядит вот так. В данном случае, мне кажется, что формат лампы должен быть именно такой. Я не имею в виду форму, а вот из таких, именно из Эдисона. Так как какая-то другая лампа может просто нарушить все это, на мой взгляд, удачное сочетание. Света она много, конечно, не даст, так как эта модель одна из тех, у которых внешний вид гораздо важнее, чем то, насколько ярко она светит. Высота у нее регулируется максимально на 1,30 м, минимальная может быть 40 см, если всю цепь убрать. Крепится люстра с помощью монтажной планки. Диаметр потолочной чаши 13 см, а длина самой планки будет 9 см. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.